Всем доброго дня. Вот сегодня получил посылочку с сайта AliExpress. Тут должны быть, судя по описанию в декларации, дневные ходовые огни. Вот. Китаец оценил $4.5, хотя я заплатил где-то 7 с копейкой. Ну, давайте посмотрим, что у нас тут пришло. Тут пустой. Вот, коробка вся помятая, благодаря нашей почте. Даже схема подключения есть. Читал отзывы, тоже много отзывов, грубо говоря, 50/50. Кому-то плохо, кому-то неплохо. Вот решил заказать и посмотреть, что они собой представляют. Значит, что у нас в комплекте? Два дневных ходовых огня. Провода. Крепление. Ага, и винты. Вот. Что могу сказать на первый взгляд? Ну, вроде бы написано водонепроницаемые. Ну, на первый взгляд, как бы так оно и есть. А что будет дальше, покажет время. Вот, защитные пленки. Корпус, я не знаю, может даже алюминиевый. Сейчас мы царапнем. Не, пластик. Пластик. Ну, в общем, вот такие вот ходовые огни. Подключим, посмотрим. Не знаю, как они себя покажут. Ну, на первый взгляд, нормально. Как будет светить, не знаю. Подключить не могу, нету блока питания под рукой. Может быть, когда поставлю, мне еще идет блок для подключения. А, да, забыл сказать. Вот в этих дневных ходовых огнях есть еще функция поворота. То есть загорается желтым цветом. Вот тут плюс-минус дневные и желтый, насколько я помню, провод это. Провод подключения к поворотам. Вот. Не знаю, обзор получился или не получился, но... Всем спасибо, подписывайтесь, оставляйте комментарии. До свидания.